Че, как дела? Да хуево, хули. Хуево, пять хуево, пять похмелья. Да пять похмелья. Выпить хочешь? Да. А где он, блядь, с цыганами ушел, да? Да он мне сказал, сейчас этот, Валентин, он на приемке здесь работает. Кто? Фиг. Бросай сюда, поехали с нами. Куда? На шашлычки поедем, на базу. Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Спасибо за помощь, ребят, детишку он купил. Так, как будет осерзать? Опа. Бобушкам взял мясо. Паха. Срезание. Пашка, Рязань. Спасибо огромное. Сегодня вечеринку устроим, если погода позволит. Но не позволит, что идти под крышей. Замутим. Водочки, видите, мусор даже им повез, блядь. Ребятушки. Дай бог все получится, если нормально так. Как, если много будет, ребят, то никуда не повезу. Там на трубах и пикничок устроим. А если будет немножко, чтобы влезли пятерочку мои троем там, то увезу их хоть. Бульдога бы, рыжего, да, деда. Увезу. Что-нибудь пожарим, попиздим с ним. Что там? Ой, стопа вытаскиваю. Погода, конечно. Павел Васильевич, блядь, собрался. Пикничок, ребят, ну вы же видите, не все от меня зависит. И от ваших денег, как говорится. Здравствуйте. Надя, детишкам. Опять? Снова? Каждое воскресенье же? Спасибо, пожалуйста, до свидания. Ну все, ребят, так что, что будет у меня, то получится, ребят. Пикничок, пикничок, едок. Мясо сырое, суки, будут жать. Заставлю бомжиков. Для тех, кто недавно подписался или что, объясняю, ребят. Я не снимаю помощь бомжам. Я снимаю их жизнь, так что... Оставьте там всякие тупые комментарии там. Вот, помочь, не помочь, ребят. Им это нахуй не надо. А мне-то уж тем более. Вот я буду там им бегать, помогать что-то. Так что как-то так, ребят. Ну все, ждите. Ждите. Ребятушки, ну что, приехали вам. Максимка приехал, подписчик. Всем привет. Сейчас посмотрим. О, смотри, дедушка стоит нахуй. О, дед. А где рыжий? Не пришел? Потерялся. Ну ладно, дед. Здорово, дедушка. Будем сегодня шашлычки жарить будем сегодня. Поедем на базу. Да, лишь бы побухать, да? Макс, давай, сами, я опираюсь-то. Достань ему пузырек там. Да, а? Я так там нашел. Здравствуй, ты меня видел, день рождения-то? Да. Ты же шкафки ешь, паскудный? Да. Ты, сука, блядь, где опять нашел, блядь? Тебе надо? Нет, вон, спасибо. Да ты так и ее. А ты где, сука, блядь, шкаф-то ебнул, блядь? Он, блядь, дед, нахуй. Рыжего, значит, не было, да? Да. Бульдог это видел, нет? Нет. Ладно, поехали до труб. Вот такие это ее. Нихуя себе вот этот шоколад, ребята, с тем шоколадом. Сам отливал, что ли, блядь. Да. Шоколадная фабрика, нахуй, открылась у дедушки. Ладно, ребятушки, мы поехали, доедем сначала до базы. А нет, сейчас до труб сначала, ох ты. До труб сначала доедем. Потом поедем на базу, ребят. Как Павел Рязань просил дедушке день рождения устроить. На базу, можно на базах, пожарим мяско. Включимся, ребятушки. Ребят, ох, блин, да что такое, ребят, сегодня точно деньги оставлю дно. Ребятушки, едем на трубу. Дедушка, дай тебе любовь, что денежку передала. Спасибо, любовь. Вот, блядь, кепочку сам купишь. Ребята, не стал ему кепочку покупать. Нахуй дедушке кепочка. Я потерял вам. Потерял? Конечно. Ну и вот, делай, видите, это. Нахуй, лучше деньги, блядь, пропьет, нахуй. Правильно, дед? Чем, блядь, кепку носить будет, блядь. Ребята, едем на трубы, нахуй. Сейчас. Бульдога посмотрим, если вернуться с цыганами, блядь. Там уже, наверное, сейчас целый табор, ребят, блядь, сидят, жут нас нахуй. Там уже цыгане, наверное, пристроились, блядь. Так что включимся. Ребята, Валентин, он, блядь. Смотрите, что-то повесил пакетик, нахуй. Валя, блядь! Паскудник, блядь. Достань ему пузырек, там дадим ему в дорожку, блядь. Открой кошка, пускай что он скажет, такой, блядь. Здорово! Здорово, Валентин, блядь! Чё, паскудник, на колонку пошел? Ну, пойду его вино брать. Чё, как дела? Да хуево, хули. Хуево, пять хуево, пять похмелья? Да, пять похмелья. Выпить хочешь? Да. Точно, блядь? Да. А, блядь. Чё сказать надо? А, спасибо. Дай хоть чинарик деду, блядь. Чинарик дай хоть, угости деду чинариком-то. Чё ты, блядь, жмёшь это, блядь? Валентин, блядь. Ты на колонку пошел, что ли? Да.
Да погоди, дай. Бля, дедушка, пожирнее бери, бля, дед. Да все, хватит. Валя, да. Ты что, один живешь, что ли? Ну да. Занимался? Бабе ты вернулся, нет? Да. Зубы выросли? Да, нихуя. Не растут нихуя? Нет. Заебал, бля, Валентин. Все нормально, Валя? Ну, так нормально. Никто не обижает? Нет. Голубь больше не пиздит? Нет. Смотри, блядь, голуби, блядь, или что, пожалуйста, нахуй. Прилетит, нахуй, крыльями тебя замашут, нахуй. Что у тебя за баночки в кармане? Да, там, это... Витаминки, что ли? Нет. Махорка? Ребята, как у Павла Васильевича, эти приправы тоже выйдет в баночках. Видите, блядь, бомжи подражают. Ладно, Валентин, полезай в багажник, поехали кататься. Нет. Не поехали? Нет. А поехали, блядь, водку, для ему нахуй уже счастье, и все. Да? Сука, блядь. Че, с Николой не живешь больше? А Никола сам, блядь, в гостиную пьет, блядь. Опять в гостиную, что ли? Заебал он, блядь. Не хочешь бомжевать нихуя, да? Нет. Ладно, Валентин, не обижайся, давай. Поехали. Ладно, давайте. Давай, не делись больше ни с кем. Счастливо. Давай, счастливо. А что печально глаза? Опять скажешь, что, блядь, заревел, блядь. Нет. Точно? Нет. Улыбнись на камеру. Все, ребят, видите, он не лезла, ребят, мы поехали на трубу. Валентин, чао, какао. Ну все, ребят, поехали. Дедушка курит, блядь, сигару эту где-то взял, блядь. Видите, ребята, Павел Васильевич сейчас он больше сигареты не покупает, нахуй, пускай бычки курят. Че, они же бомжи, чё мы из них, блядь. Да, шучу, ребят, сигарет просто не было, сейчас заедем, купим. Ребятушки приехали на трубах. На трубах никого, блядь. Пара не выключили, ладно, нихуя страшно. Так. Ни табора, ни цыган, нахуй. Бля, дедушка, что ты сегодня один будешь тогда с нами, блядь? Никто не спит здесь, нахуй. Да нет. О, вон комар бежит. Охуеть жарят. Вот так вот, блядь, тепло, слишком уходит, блядь. А мы платим на... Комар! Давай, иди, иди поздоровайся с ним, поехали, дед. Хули. Поищем, да потом поедем, дедушка, тебе, блядь, шашлычки жарить, нахуй. А чё их не отключают, или что? Так это как его, постоянно идет. А чё отключать? Как горячая вода? Это горячая вода, это вот, ванну. Сейчас спросим, чё комар-то думает, блядь, о этом мире, нахуй. Сам куда делся? Комар, здорово! Куда поехал-то? А? Куда поехал-то? Я просто тикал ищу. А где он, блядь, с цыганами ушел, да? Ну, он мне сказал, сейчас этот, Валентин, он на приемке здесь работает. Кто? Сиков. Сука, здесь он же? Ну давай, иди, мы сейчас подъедем тогда. Ну, если он не пиздит, я не знаю. А, говорят, цыгане его забрали, нахуй. Меня тоже слышал, что цыгане забрали его. А ты его как видел-то вообще? Я его давно не видел. А как ты, блядь, да, знаешь, что он здесь работает? Я сейчас Валентина видел. Да Валентин-то хуй, мы тоже его видели, пиздит, блядь, как дышит. Ну, да. Вот, наверное, мне тоже... У тебя не хватает цепочка, ну пошли, говорит, пузырёк дам тебе, блядь. Будешь пить-то, нет? Да, конечно. Поесть только нету нихуя. Да ладно. Кошачьего корма не будешь есть? А то говорят, блядь, нихуя, блядь, комар, блядь, носа не подточит, нахуй. Да ладно. Держи. Ну давай, иди, блядь, там подъедем, блядь. Ну, я не знаю, правду он сказал, нет. Ну хуй знает, я не знаю, как цыгане его забрали, блядь. Я тоже слышал, кто-то мне говорил, цыгане. Блядь, Олимпийский парк Сочи, нахуй, у комара, блядь. Ну ебать, Сочи вернулся только что, да? Да. Кого видел? Рыжего видел сегодня? Нет? Не видел. Только я... Валю видел только, все? Валентина вот сейчас встретился мне. Больше мы его тоже видели. Тоже только сейчас встретили. Выкидывайте, если будет пустая. Конечно. Ты что, Кирилл, у него денег, блядь, да, скажи, нет, блядь. Баночки я еще сегодня собирал, у него сегодня праздник, блядь. День я рождения. Баночки не собираю, я собираю я эти. Их не собираю. Я мечи заелись. Понял, вот так вот, а ты, блядь, чё? Мусор, блядь. Вот этот мешок, вот этот чёрный, да. Полиэтилен, 40 рублей. Ну что, на пузырь не хватит? Нет, конечно. Им 50 надо, блядь. Им вот, блядь, сегодня у них так праздник. Есть, нету. Нет, бычки, блядь, сейчас тоже нету сигарет, что не купили. Ладно, ты что, в тапочках? Из дома вышел только что? Да нет, я из гаража живу. А в гараже? А что, баба продался, что ли? Да ну уж. Вот я хожу, собираю. Полгода уж. А гараж как-то у тебя хоть теплый, блядь, нет? Нет. Пока тепло сейчас. Тепло еще. На, тебе всех бомжиков поселить ее, нахуй. А? На, тебе всех бомжиков в гараж подселить, нахуй. Ну куда мне? Меня этот один был, ты же. Кто это? Кто, как его? Серега-то. Сережка? Да. Какой Сережка? Да, с Сиковым-то все ходил. А, ну, как, ну, понял. Он мне бросил на полтине там, нахуй. Кинул. Да вы, блядь, постоянно друг друга кидаете, нахуй. И ушел. А у вас еще есть, блядь, кто он кидает-то? Губернатор, нахуй, он умер, да, губернатор? Умер-то. Умер он.
Он же постоянно кидал вас, да? Докидался, нахуй, помер. Бог наказал. А меня вот рыжий не кидал, и я его не кидал. Мы с ним дружно жили. Он тебе по пьянке только письку заставлял сосать, блядь. Кто? Рыжий, не помнишь, что ли? Ты прекрати это! Ты чё, блядь? Он тебе говорил, подожди, деньги, когда помнишь, искали 500, ты не помнишь, нахуй, дед. В шалаше еще жили, блядь. Он пьяный, деньги, помнишь, у него 500 рублей искали? Он даже на видео есть, блядь, люди вам скажут, что врать буду, что ли. Да, он бухает. Блядь. Вот, сука, рыжий, да? А я о нем хорошего мнения, блядь. Ладно, мы комарами. Я не знаю, съездим. Да мы сейчас заедем-то. Ну, прямо туда, да, вот в ротах. Там. Да, я покажу. Или вот здесь. А, я тебе покажу. Первое или следующее? Пошли, я. О, блядь, дедушка какой, именинник, нахуй. Ладно, все, давай, комар. Пивни. Комар пошел, блядь. Заметал он, раз и водочку пить. Хуя, сейчас ебанет и пойдет дальше нахуй. А мы поехали, сиха. Рядочки заехали, и все, обман, сики здесь не работает, так что наебал. Сика, блядь. Тут только один этот. Иисус, ребят, Иисус. Иисус пришел сюда нас. Ладно, едем дальше, да? Нет. Да. Все, нахуй. На, ребят, хоть кого-то, что-то дедушка один-то, блядь. Он максимум кусочек мяса съест, блядь. Я все это ел. Шоколад ел, блядь. Блять, да ешь, жопа-то слипнется, блядь, дедушка. Вот хуй знает, ты же, блядь, не, точно это не знаешь ведь. Чего? Что слипнется, не слипнется. Ты уверен? Ну и ладно, слава богу, да. Голубь. Ребятушка, голубь ешь, блядь. Какого, блядь, товара только набрал, блядь. Видно, с утра работает паскудник, блядь, голубь. Привет. Ты что, не узнал, что ли? Как дела у тебя было? Все деньги, говорю, курево зарабатывают. На курево? Так нахуй тебе курево, не курили, здоровье будет больше. Ну, не надо. Бросай сюда, поехали с нами. Куда? На шашлычки поедем, на базу. Здесь ничего, да нафиг это давай. Вот, спрятай нахуй, у тебя сегодня нет, праздник. Нет, нет. Почему? Заработаю. Я тебе пузырь. Я тебе так пузырь дам, нахуй. Нет, пошли, ждем. Давай, голубь, смотри, иди сдавай. И жди здесь тогда. Мы сейчас быстренько съездим. Ты Сикова-то не видел, бульдога? Я Андрюху не видел. У тебя там никого нету, да? Там смысла тебе нету заезжать. Там киса. С кем? С Тарикой, лысый. Да, киса уже с ней живет, что ли? Да. А Светку бросил? Брат не видел. Они там ебутся, а ты ходишь, зарабатываешь. Лишние дела, мне пофиг. Они с тобой в бане живут прям же? В бане. Блядь, все, Танька, Светку бросил, значит. Пас. Ладно. Ну, короче, будь здесь, понял? Или иди вот на трубы тогда. Мы сейчас проедемся. Да, и все, и потом приедем с Дашей, потом приедем, поедем на базу, шашлычки пожарим, типа, праздником. Понял, все, жди, никуда не уходи, только понял? Дашь, ничего, ждам. Да, а? Сдашь и сиди здесь. Понял, чего не драться. Все, давай, голубь, все, приеду за тобой. Тебя обязательно приеду, заберу. Понял? Хорошо. Давай. Никому ничего, если будет проходить, не говори, что я приеду. Лишний народ для нас гибели. Да, все, давай, голубь. Все, подъеду. Ну все, ребят, поехали, поищемся, проедемся по городу. Может, блядь, брата родного найдем, нахуй. Кого? Ну, багажника-то. Багажника? Да. Он, я его давно не видел. А он на стадионе живет, мне тут написал подпись. Сейчас, ребят, съездим до брата родного. Ну что, как тебе, дышу-то? На стадионе. Нормально? Нормально. Подъезди, ребята. Ребята, кто-то говорит, кому это вот интересно, подписчики, блядь. Ребята, ну вот интересно людям, понимаете, вы посмотрите это вживую. Реально интересно, что? Помотаться, как вот это все происходит. Да, сейчас нет. Поехали до брата родного, нахуй. Приехали к Лешему, блядь. К брату родному. Пойдем посмотрим сейчас. Люди тут добрые написали, то, что он тут живет. Сейчас поглядим. Что-то, ребята, короче, я подумал. У меня Павел Васильевич мысли рождаются вперед, все хоть. Наверное, мы сейчас голуби заберем, поедем на стопик, заберем сетку и на смотровой яме. Ну, на смотровой площадке будем пожарим им мяско. Да, блядь, где вот все, Леша, блядь. Брат родной, да, он такой, он хули, вот он, блядь, может один уйти, жить ему похуй на все вообще. А он тоже местный, да? Да. Тоже местный алкоголик. Нет, тут его хватило, нет, блядь, тут. Сейчас по городу еще пройдемся. Бля, как вот тут? Как... Он тоже на 101-м дал. Кого? А, посадь-то? Да, нормальная тема. Нормальная тема. Вот такой он, бля, он может... Бля, ребят, тропа вроде есть, нахуй? Тропа? Ну, туда, смотри, под ноги, нахуй. Брат может заминировать, сука, паскудник. Он минер еще и тут, нахуй. Блин, что-то как-то чисто стало, что ли? Да, вот,
А, просто все в зелени заросло. Нету, сука, его здесь. Ну все, ребят, ладно, поехали мы тогда. Сейчас проедемся по асбесту, заберем голубя и поедем к сетке, там будем праздник устраивать, нахуй. Голубь, паскуди, не дождался, смотри, как он. Голубь, блядь, ты что, будешь ждать меня на трубах? Давай, падай в машину, блядь. С этой стороны иди. Падай. Голубь. Голубь. Голубь, как тебя зовут? Игорь. Игорь. Александр. Вот видишь, блядь, вот ты говоришь, жди. No. Русский такой, а он пошел, блядь. Я скурить-то. Тут дедушки нету. Дай ему, блядь, дедушку себе. Нет, клетки перекопал? Нет. А что? Лень. Лень? Так вот так огурцы, могурцы всякое, то он насадил, потом под закусочку, раз. О, ребята, он Христос воскрес нахуй. Иисус? Иисус нахуй. Иисус идет нахуй. Саша. Телефон что? А деньги считают. Ладно, ребят, все, поехали по городу. И потом нас тут на стопе поедем. А что, он тебя не знает? Голуби сейчас. Почему он знает? Я поздоровался с ним. Потом голуби, ребята, на лесоповал увезу, пускай работают нахуй. Хватит. Мать не слушает, будет на лесоповале работать. На лесоповал? Да, голуби увезем нахуй. Трактор какой? Да как такой трактор? Так руками будет лес валить нахуй. Голубь, у него здоровье там хуй. Валентина бьет нахуй. Какой там? А? Сучки? Да. Ну, блядь, похуй там тем работать. Я хоть, блядь, буду деньги получать за вас, блядь. А? Будете работать. Какой на... трактор там? Там так, трактор, голубь будет, ты на голубь будешь ездить. Нет, я же тракторист. Дедушка, ты что, работать собрался? А что будет? Старость нет. Блядь, кто на пенсию собрался, блядь? Мы его на пенсию вроде провожали. Сейчас уже опять работать собрался, ребят. Не знаю, что здесь там делать. Может, опять на работу его взять нахуй. Ребята, 55-ки будут. Пишите, кому нужен бесплатная рабсила. Вот, все, есть. Не, бесплатно не будешь? Тарелку супа-то? Не. Что ты? Даже за тарелку. Пачку. Даже за палку. Глядишь, бабушка найдет какая-то. Не надо. Не надо ему бесплатно бабушка даже. Подберет, да. А что ты? Дед, блядь, тарелка супа и пачка сигарет, блядь. Не. Работай нахуй. Не согласен? Так что, ребята, отменяется все. Не пишите комментарии. Все, ребята, поехали по городу, проедем, на супер поедем. Девочки, приехал к Светке. Посмотрим, здесь не здесь. Ребят, нету Светки, уехала Светка. Ну, поехали тогда, блядь, не знаю куда. Чего? Сейчас, смотри. Голубь, что делаешь там? Да, кого-то. Играет мне курить. Да ты, блядь, дед, открой ему хоть окошко, потому что, блядь, задохнется нахуй. Нет, уехал когда на часовой электричке нахуй. Ёпстыны, блядь, и голубь, блядь, уселся. Чего, бил... куда там передавать-то? А не, сейчас пока не надо передавать, сейчас мы поедем на базу. Ну давай, чё, голубь, чё ты там, блядь? Попасть не можешь, что ли? Уж уселся, наверное, паскудник. Не пытай. О, сумка даже не расстаёт. Голубь, что-то вообще, голубь, говорит, меня, говорит, не... Не бы сейчас. Так забирай хули у голубя. Сейчас голубь напьется, ты заберешь хули. Нихуя, нахуй я буду забирать. Ой, голубь. Не, наверное, голубь, наверное, до базы не поедет, наверное. Голубь, наверное, сейчас поедет домой, нахуй. Не, не надо. Ничего. О, а, прищемил палец еще. Боба. Вот еще и брашку. Да. Что-то голубь, только говорил, что не перепить тебя. Не перепил его никто, нахуй. Не перепил, я перепил. А? Ага, ты перепил. Так это пустая пачка, голубь. Что ты, блядь, пачку-то понял? Я перепил. Я бы не пил. Пошел, что ли? Подпишусь. Я думал, наверное, он на базу-то уже не поедет, наверное. Не, не бери. Не бери? Бери. Почему? Ну, дедушка, ну, не скажи. Он покакает, там дропнул, блядь. Это он, блядь, там не только писит, он какает, похоже, дело там собрался. Что-то... Да хуй его знает. Это танцор, он сидит, собрался писить, что ли? Ну ты чё, голубь там, блядь? Голубь, давайте я, наверное, пузырь дам. Оставайся-ка ты здесь, ты куда уже поедешь? На какую базу, нахуй? А? Ну, раз, чё ты уже, блядь, готовый нахуй? Держи тогда, голубь. Так вообще, не будем вопросить. Давай, а тут пьяники. Все, физкуль, привет. Дойдешь хоть сам-то? Да иду. На трубах хоть поспи. Да я иду домой.
ты не сможешь в голову дойти. Дойду. Точно? Я же комсомолец. На Амуре. Ну давай, комсомолец. Физкуль, привет. Москва с нами. Да. Давай. Иди с Богом. Давай, все, голубь, поехали. Все, поехали на базу, ребята мои, блядь. Все-таки нахуй свожу деда, блядь. Нам? На базу пошел, тебе мясом кормить, хули. Какую на базу? На базу, блядь. База, блядь, это дерево обрабатывающая база, нахуй. Где ты будешь? Дерево, блядь. Хули, блядь. Никого не нашел, блядь. Ну как я, блядь, Пашка? Ну никого нету. Да, придется деда одного. Дед, блядь, прям не куришь мне в лицо, блядь. Хоть посходи, блядь, ходи в другое место. Ну ладно, если... Открой окошко-то, блядь. Значит, Павел Васильевич, блядь, отохлился на... Все, голубь, ребята, остался. Да хули его. Напился, ребят. Ну хули, я что сделаю, блядь? Не могут они, блядь, потерпеть. Он же меня моложе. Голубь-то? Да. На сколько? На 20. Сколько тебе лет, блядь? 70. Один? А? 71? Да, вот, пошел. И что ты, как ты думаешь, дед? А? Как ты думаешь, что ты в 71 год добился? Нихуя? Нихуя. Да? Ну и нахуй больше скажи. Ну я думаю, что этот ветенок... Кто? Прибежит, скажем, Толяна еда домой. Кто? Ветенок. Да? А чем он прибежит за тобой? Нахуй ты ему нужен-то? Я его воспитал. Ну и что воспитал? Хуёво воспитал, значит, блядь? Не драл его, никто не пил. Ну вот. Хорошо бы воспитал бы, так он тебя не бросил бы. А Толян бы не бросил. А Толян это кто? Тоже все. Ну вот, видишь, блядь. Ну, ладно, ребята, едем мы на базу, в общем. Не знаю, как что получится, с базой не получится. Это... Встретил Ольгу Бульдоговскую, бывшую подругу. Я знаю. Она Сикова не видела, нахуй, блядь, нахуй, давно уже. Ладно, ребята, едем дальше. Ребятушки, едем на базу. Слушайте, мысль такая пришла. Может, дедушка их перебил всех, нахуй, рыжего, с ножом ходит дед. Сначала бульдога заебашил конкурентов, потом рыжего, ребят. Ну-ка, пишите в комментариях, ставьте лайки, нахуй. Посмотрим, правда, может, дед, блядь. Дед, блядь, паскуди. Дай-ка я скажу. Давай, скажи. Подписчики. Это все вранье. Я никогда не подниму нож. Никого. Никогда. Ребята хоть раз видели убийцу, чтобы он сказал, что это я реально убил. Все так говорят, как дедушка. Нет. Ладно, поживем, увидим, ребят. Мы едем на базу. Плотинка. Сейчас может. У меня там... такого нет. Ну ладно, дед, верим тебе. Я приехал на плотинку. Пошел, сейчас узнаю. Есть тут вообще такое. Ну, вроде бы были раньше домики. Узнаю, сколько это. Мангальчик. Ну, не домик, ребят, просто. Видите, вот такая красота. Ну, кто место знает. Вода сейчас. Хотя я мангал даже купил им. Ну пофиг. Дедушка, все, день рождения ему ответим. Ребят, бля, беседки есть. А где что? Хера узнает. Бодрость. Где они тут? Мангал, где что? У ребят, короче, тут никуда нет. Я не знаю, ребят, что делать. Хули. Как вот, вы видите тоже базу пахать. Вот где, блядь? Первых бомжей нету. Ни баз, ни хуя нет. Раньше была база такая нормальная. Не знаю, что делать, ребят. Хули. Или на другой раз уже отложить. Наверное, на другой раз, ребят, отложим. Что мясо не пропадет. Заморозим его, нахуй. Здесь все, в другой раз. Пожарим. Пошли, дедушка, все, приехали, дедушку привезли. Дедушка, пошли. Да, за хлебушком. Идем. Ребят, хоть я шучу, что хуй дедушке, а не хлебушка, но хлебушка ему дам. Ребят, мясо заморозим. Не надо. Нет, дед, я не дадим мясо, не переживай. Не надо. Дед, давай быстрее пакет. Дед, открывай пакет быстро. Быстро пакет открывай. Давай сейчас. Раз, два. Дайте здесь сегодня, блядь. Иди. Ребят, сигареты взял? Нет. А? Где сигареты взял? Где у тебя блок сигареты? Блок-то сигареты куда я положил? А где? Все? Ну пойдем, я тебя немножко доведу тебя. Да нет, я вообще. А ты не пьешь-то? Туда я не пойду. Пожалуйста. А туда пошел ты? Дед Толян. Так, вот тебе. Спасибо. И за тебе. Ишь ты, блядь, дед Толян. Приеду в следующем году к тебе в гости.
Я сейчас спасибо. Говорю, давай, дед, блядь. Спасибо. Скажи, дед, спасибо. Блядь. Давай, здоровья тебе побольше. И тебе. Привет Рыжику. Всем передавай привет. Бульдогу. И жене передай привет. Осторожно. Хорошо. Привет. Ну все, дед, давай, чао, какао, здоровья тебе на. Бля, давай, дед, хуй с ним. Че, дед? Давай. Макс, руки обтер твои уже, блядь. Ну все. Так у меня чистые вроде. Ну все, дед, жди воскресенье меня здесь. Обязательно. Рыжего увидишь, собирай банду, бля, бум, мясо жарить. Я его пизды ставлю. За то, что письку застрялся, да? Да. Только на камеру, это блядь, трэш, это нужно на камеру. Без камеры не пизди его. На камеру не буду. Не, на камеру немножко пизды ему дашь. Да это... А пошли крикни, может, он там все-таки, нет? Нету. Нету? Нет. Ты че, куда пошел-то? Я посмотрю его бомболюк. Да. Нету его. Не, он просто посмотрит бомболюк и хочу посмотреть. Живую. Вживую хочешь посмотреть? Залезь. Давай, я пролезешь сюда. Пролезешь будет. Нет, не, он посмотрит просто, посмотреть хочу. Вот дуло ихнее, видишь? Рыжий! Нету. Вот дуло. Это мы зимой залазим. А где линолеум? Нету, вот. Ладно, дед, давай мы поехали, дед. Давай. Но пасаран, мы еще вернемся, нахуй. Давай, давай, дед, блядь, хули, сейчас все уже. Давай, дед. Спасибо. Береги здоровье себе, давай, до воскресенья. Давай. Жди меня воскресенье. Спасибо большое, ребят. Давай, все. Давай, Максим. До следующего года. Не реви, блядь, дед. Все нормально будет. Да не, скажи, видел, скажи, старого. Хорошо. Все. Давай, дед. Все, туда пошел ты. Давай, все. Пока. Да я вот пойду на камень. Куда? На камень. Блядь, ёптать, на камень, блядь. Не садись, блядь, ту простатит заработаешь, нахуй. А он и есть у меня. Да, у деда все есть, блядь. У деда, блядь, вообще счастливчик, нахуй. Ладно, дедушка, давай, чао, давай. Какао. Давай, дед. Ну все, не смей, мы переживем. Давай. 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 Давай, дедушки, пока. Давай. А, ребят, посмотрел там, я что-то думал, оторвал. Ну все, дед, поехал. Ребят, давай. Ставьте плюсики, лайки. Всем спасибо да? большое. Да, скажи. Дай бог вам здоровья. Скажи, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, куда хотите. Пальцы кверху ставьте. Куда угодно. Да, пишите вопросы. Это старый. Старый пердун. Всем привет. Не старый пердун. Да, он молодой пердун. Ну все, ребят. Давайте пальцы кверху. Пока-пока. Счастливо. Макс. Дай бог вам здоровья. Все, ребят, мы уехали. Макс.